посол Украины Владислав Каневский, вместе со своей семьей поздравил мусульман Азербайджана и всего мира со священным праздником Гурбан. Поздравление опубликовано в микроблоге посла в Twitter. Передаем самые теплые пожелания братскому народу Азербайджана по случаю священного праздника Гурбан. Пусть этот праздник принесет добро и любовь вашим семьям и сохранит мир в вашем доме. Говорится в поздравлении. Дуя мусульманнары, эленжеде Украинада яшаян мусульманнары. Гурбан байрам мене гэт игерляр. Бу байрам меневи берлик ве хемралик рэмзедир. Гардаш Азербайджан халгит. Байрамин мубарек.